Новый обвал российской национальной валюты. Бивалютная корзина впервые в истории взяла абсолютный максимум 42 рубля. Сегодня евро в ходе торгов на московской бирже покорил высоту 49 рублей 41 копейка. А доллар впервые почти за 5 лет перевалил за 35 рублей 90 копеек. Аналитики объясняют рост сохранением давления на валюты развивающихся стран. Так, например, сегодня снижается китайский юань. Официальный курс доллара на завтра вырос на 22 копейки до 35 рублей почти 79 копеек. Курс евро поднялся на 32 копейки до 49 рублей 18 копеек. Единая европейская валюта впервые за неделю вернулась к отметке 49 рублей. Однако в Минфине предлагают смотреть на ослабление нацвалют позитивно. В ведомстве подсчитали, если цены на нефть и курс рубля сохранят текущее значение, дополнительные доходы казны в этом году могут составить 760 миллиардов рублей. Эту сумму сегодня озвучила замглавы ведомства Татьяна Нестеренко.